Ми продовжуємо наш ефір на новорічний різдвяний ефір з пані Іриною Говорухою. Вона письменниця, і я так, ну, я дивлюся, розмовляю, щаслива жінка. От про це ми продовжуємо говорити. І в нас, до речі, є відео, одне з історій таких цікавих. Я хочу, щоб ми подивилися разом з нашими глядачами, та ви прокоментували. Добре? Полон дождей, храмов, старых трамваев, университетов, дворцов и легенд был самым уютным в мире. Она прожила в городе Льва более 60 лет. Каждое утро укладывала свои белые волосы под шляпку, куталась в пончо, подводила губы нюдовой помадой и шла пить кофе в маленькую кофейню на 3 столика. Присаживалась неизменно у окна, слушала местные новости и рассматривала студенток в ярких шерстяных снудах. Слухайте, ну таке, таке красиве, цікаве відео. Знаєте, воно як медитація. Розповідайте, будь ласка, про що ви так знімаєте? Я просто много общаюсь с женщинами, мне много рассказывают истории, встречаемся. И чем старше женщина становится, тем больше она теряет веру в себя. Тем больше она уже на себе ставит крест и говорит, там мне ничего не получится. И любовь, если вот не случилось в 30 лет, то в 40 тем более, в 50 и в 60. И я начала собирать истории, где говорится обратное. Где женщины влюбляются в 60, в 70, и они строят семьи. У меня вот личная история, это моя бабушка. В 70 лет она вышла в третий раз замуж и очень счастлива. И этот дедушка, который с ней прожил еще лет 20, наверное, он ее на руках носил, он ей цветы дарил, он ей кофе носил в постель. То есть были очень красивые отношения. И у подруги 54 года, она приехала в Киев, была не замужем, уже 20 лет в разводе. И многие ей говорили, ну что ты здесь ищешь? Она устроилась на работу, она решила немножко изменить жизнь, встречает мужчину 64 года, он в отставке подполковник, очень такой важный, очень видный мужчина, они влюбляются и уже, по-моему, лет 10 вместе в браке. Так что любовь, она может настигнуть в любой момент и в любом возрасте, главное не ставить себе заслонку и не ставить себе границы. И поэтому то, что мы увидели на экране, это именно такая история, когда женщина в 60 лет, у нее был ритуал, она жила во Львове, у нее каждое утро начиналось с того, что она пила кофе, ходила, смотрела на туристов, кормила голубей, ходила на рынок. И однажды она увидела туриста с картой, он растерялся, он не знал, куда идти, она подсказала ему дорогу, и оказалось, что им по пути в жизни. И вот таких историй многие мне говорят, Ира, очень няшно, очень сладко, так не бывает. Правильно. Если вы говорите, у вас не бывает, то у вас и не будет. А у меня все, что угодно в жизни случалось, и очень много волшебства и чудес. А вот как сприймати? Ну, дійсно, от подумала, зустріла, подумала, що все, разом ми йдемо до життя, плани, 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 а потім хоп, і не виходить. І не виходить. От що з цим робити? От тоді ти забиваєш на себе хрест, ставиш хрест, саван собі, куколку таку зв'язалася. Здесь нужно понимать одну вещь, что все мужчины, которые попадаются на пути, они проводники. Они ведут за руку к тому, кто вот истинно наш человек, наша родственная душа. Если их не будет, нас некому будет провести. И появляются разные. Они наши учителя. Один учит любить себя. Второй учит прощать себя. Третий учит уметь подстраиваться. Четвертый может научить быть женственной. И вот так каждый. Мы получаем уроки, и кажется, ну, очень жестоко жизнь с нами обходится. И в чем здесь плюс? А потом выясняется, что вот один мужчина научил меня перестать обижаться. Он меня сильно обидел, и для меня это была катастрофа. Но потом я поняла, что именно из-за этой обидчивости я не могу дальше продолжать с мужчинами быть. На любое замечание. Вот он мне сказал, ты неправильно ставишь ударение. Все, я надула губы, мне уже очень обидно, почему ты меня исправляешь. Но вместе с тем, вот мы обижаемся тогда, когда мы сами себя обижаем. То есть мы готовы сами обидеться. Я могу выбрать другую реакцию. Мне все равно. Ты прав, спасибо большое, что ты мне это подсказал. И вот таких мужчин у кого-то может быть 20, у кого-то 40 учителей, которые ведут к тому, а у кого-то и 100. Так, тобто вот вони так з нас роблять місць конгеніальність. Вони, як би, вот
делают из нас вот именно такую, которая бы уже подошла к своему избраннику, и им легче будет вместе строить. То есть, у нее уже есть те черты, которые нужны ему, а он точно так же шел. Мы же об этом не думаем, что тот мужчина тоже был обижен, был брошен, его предавали, его обижали. Но вместе с тем он остался хорошим человеком. И нам точно так же наша задача – остаться женщиной, независимо ни от чего. Такі пігмаліони. Да. Да, где-то, да. А як дізнатися, от дійсно, чому він, ну, цей там, попередній вчить? Як це дізнатися? Это со временем только. Когда проходит время, мы понимаем, вот я лично понимаю, что он меня научил, например, водить машину. Угу. И он был мне нужен для того, чтобы дать мне этот навык. Был у меня мужчина, который научил меня писать, это правда. То есть об этой истории я часто рассказываю, что если бы не эта несчастливая, порочная, злая любовь не случилась, я бы не начала писать. То есть у меня был роман с несвободным мужчиной, он очень затянулся. Мы пытались трижды обрывать эти отношения, вернее, я пыталась, он все время возвращал, но в это время... начала писать, описывать эту историю. И когда мы уже разошлись окончательно, то был готов роман. То есть ему, он меня вымучил, он меня выпотрошил, он меня с ума свел, но вместе с тем, благодаря ему, я начала писать. И так с каждым. А от, до речі, ну кажуть, що це дуже погано для карми, коли вже зайнято людиною починається роман. Що з цим робити? Кидати? Чи чекати 3 роки? Совети давати легко. Угу. Да? Тобто я можу сказати, ні в коєму випадку не зв'язуйте свої відношення з несвободним, це завжди чревато, ви завжди будете в проигрыше, ви завжди будете второй, ви ніколи не будете щасливі, але бувають моменти, коли жінка нічого не може з собою зробити. Тобто у нього вспихиває страсть, у нього кружиться голова від цих чувств, їй хочеться бути з ним, і вона не може совладати зі своїм тілом і зі своїми мислями. Я це об'ясняю так, це какие-то кармические отработки, да. То есть из прошлой жизни мы что-то недоделали, недоработали, и вот сейчас нужно это пройти для того, чтобы стать сильнее, умнее, талантливее, красивее и оценить себя, перестать себя раздавать мужчине, который пользуется. А у нас про це є відео, да? Наскільки я знаю, власне ваше. Да. Можемо показати, і глядачі подивляться. Это была не совсем обычная семья. Она состояла из 3 женщин и 1 фортепиано. Из портретов Мусоргского, часов с кукушкой, старинного бра, затертых партитур, скрипучих окон и классических романсов. 7 нот, 7 дней, 7 реприз. Из домашних концертов, воскресных обедов, походов в филармонию и болезненного одиночества. Женщины обитали в 3-комнатной квартире в доме с маскаронами по улице Саксаганского. Именовали свое жилище женским царством и вели общий быт. Я гадаю, ми так перериваємося, тому що ви розповіли. Це буктрейлер к новому роману, називається «Вокаліст номер 3». От буквально місяць назад вийшла ця книга. І об цій книзі хочеться сказати, тому що вона дуже щаслива. Кожна історія тут закінчується радістю і щастям. Вони справжні? Справжні. Почти всі історії, о яких я пишу, вони настоящі. І я списувала зі своєї подруги, у которой она, мама и дочка ее, они одиноки. То есть есть такие семьи, где одиночество как будто передается по наследству. Угу. То есть бабушка... Кажет, порублено. Да, кажет, да. Венец безбрачия. Все что угодно говорят, но на самом деле это все в голове. Это программа, которая передается действительно по наследству от бабушки к дочке, от дочки к внучке. Але от тим передається. Да. І виходить, що в таких сім'ях проти мужчин настроєні дуже категорично, їх не люблять, не уважають, і кожна рожає, як би, вот, не виходя замуж. І мені дуже хотілося, ця історія, вот, о которой я писала, вона не, там ще не закінчилась. Але я попыталась змінити їм карму, і я зробила щасливий кінець. І дуже сподіваюся, що якось змогу повлиять через слово, через свій сюжет на їх життя, вони прочтуть і
задумаются, что нужно поменять программу, нужно поменять именно взгляд на мир, потому что он им блокирует приход мужчин. Они их просто отшвыривают, всех мужчин, потому что они не такие, не то образование, не тот возраст, не тот статус. 325 пунктів, да. Ми пам'ятаємо. Да, да. Буквально в нас залишилося півтори хвилиночки. Я дуже хочу, щоб ви звернулися до наших дівчаток і сказали їм якісь добрі такі слова, що все буде добре. Бо мені вони не повірять, а вам точно повірять. Прежде всего, мне хочется сказать девушкам первое, что вы у себя одни и вы уникальны. Нет похожих на вас. Поэтому постарайтесь полюбить себя в этом году максимально. Сделать для себя 333 удовольствия. Все, что мы откладывали, все, что мы отдавали кому-то, вернуть себе. Если мы хотели заниматься йогой, начать в этом году йогу. Если мы хотели спортом, значит спорт. Кто-то хотел рисовать. То есть посвятите этот год максимально себе. І ви бачите, що буде після цього. Ну, магія і дива на нас чекають. Я дякую від вас і від себе особисто, пані Ірино, за те, що ви є і ви даруєте диво, віру і надію, що все буде добре. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Новим роком.